Вот тут, значит, налево. Так, ну вот тут, значит, направо. Вот тут, значит, направо. Вот тут вот. Так, ну вот тут, значит, направо. Новое видео выходит каждый день в 20:00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Приветствую абсолютно всех на своем канале. И сегодня я бы хотел возродить некоторую рубрику, которая раньше была на моем англоязычном канале, знаете, для американцев, под названием там типа что-то «Вся суть работы». Вообще там есть много названий и всего прочего. Я считаю, что тогда я все, так знаете, преподавал очень сумбурно и вообще непонятно. Вследствие всего этого у многих людей могли возникнуть вопросы. А теперь еще и, знаете ли, вы вышла Arizona Mobile, и я вообще вынужден, ну, много всего пересказывать, опять-таки рассказывать и многое-многое другое. В общем-то, сегодня у нас такой, знаете, ну, экскурс по некоторым работам на проекте Arizona Roleplay Phoenix IP, а также мой никнейм как бы находится в описании. Ну, вообще, мне часто, знаете ли, пишут, что вот какие-то одни новости у тебя на канале. Ты кроме новостей ничего не делаешь, я решил, да идите вы нахуй. Я сделаю, и пусть это наберет даже 50 просмотров, но, тем не менее, я это сделал сам, без мам, Владиславов Павловых, там, знаете, со сливами, со своими, без каких-то связей в GTA, сам YouTube, без всего прочего, поэтому давайте сегодня мы ко всему этому и приступим. Вот, как обычно, мы опять-таки заспавнились на вот спавне для больших левелов на Arizona RP, и нам надо взять машину. Ну и как обычно мы едем, только на этот раз мы едем в центр занятости. Так, ну вот тут значит направо, вот тут значит налево, вот тут значит направо, вот тут вот. Да ладно вам, вы че, я пошутил. Так, значит, заходим, вот, центр занятости. Вот, и нам нужно, значит, сначала уволиться с нашей работы. А теперь уже непосредственно устроиться на ту работу, на которую мы хотим. Лично я хочу устроиться на работу таксиста, так как она с первого уровня. Так, значит, а теперь нам нужно взять машину и после всего этого начать развозить клиентов. Ну вот мы и приехали. Теперь можно арендовать. После всего этого нам нужно самое главное найти клиентов, которые будут на нашем такси ездить, кататься, может быть, соревноваться между собой. Обычно таких людей можно найти на спавне ЛВ. Туда мы сейчас и отправимся. Вот у нас такси получается. Да сука. Вот, мы успешно взяли заказ. После всего этого можно уже поехать к данному человеку. На этом, я думаю, можно закончить первый ролик по всей сути работы таксиста в данном случае. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, это Arizona Mobile, вот, и не только. Всем спасибо за просмотр, всем до свидания.